Хей, окей, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием BioShock. Так, на чем мы остановились? Мы остановились на Аркадии, да, вот, написано Аркадия. И проход вот сюда, метро Восторга. Однако, здесь есть такое место, я, конечно... У меня есть догадка, как туда попасть, а именно спалить это... по патронам. На самом деле я пытался, и по факту туда как-то можно попасть, то что я понимаю, что я сейчас сюда приду и пойду только сюда. А как мне сюда тогда попасть? Не, если по факту, то как-то довольно это странно, потому что... Продуктовый рынок. Я хочу в продуктовый рынок. Ну, вы видите, я попытался. Ну тут двери типа открываются, но они типа не открываются. Странно. Хотя, тут видно, здесь большая локация открытая. Вот, подождите, есть еще походу проход. Ну что-то как-то я сомневаюсь, что это проход. Нам. Мы все делаем свой выбор, но под конец выбор делает нас теми, кто мы есть. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну вот, допустим, тоже такое же место, да, по факту? Замечу, что это вторые врата, которые я мог бы открыть. Но я почему-то сюда не могу попасть. Продуктовый рынок. Но больше, по сути, туда проходов никаких нету. Может, типа это делали, но она, знаете, типа закрытая зона стала. Ну, как вероятно, сте. Как-то раз на поверхности я купил лес. Паразиты утверждали, будто это божья земля, и требовали, чтобы я там... Ты там... Вот так вот... Разбил настройки графика. Да, принять, отмена. Парк, с какой стати? Чтобы бездельники могли валяться в тенечке под кронами и воображать себя в раю. Когда Конгресс попытался национализировать мой лес, я сжег его дотла. Это не Господь взрастил Аркадию. Это я. Тихо, я по-тихому, все делаем по-тихому.
Ну вот это все-таки... Телекинез полезная вещь. Так как я теперь буду просто присасывать к себе снаряды вражеские. Я убивать не буду, пока я не получу девочку. Вызывай девчонку. Так, а мы с вами тогда будем пока что готовиться. Сразу электрошокер приготовлю. Так, а сколько? Одно, да, нужно спасти. Что, уже опять пора? Спасибо, мистер. Нет, 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 нет. Так я ничего не делаю. Кажется, злой человек ушел, мистер Би. Сейчас злой человек... Почему везде мистер Бабблс? Спасибо. Почему мистер Бабблс? Почему мистер Бабблс? Пора спать, мистер Би. Так, окей. Пленка там. Надо мне эта сраная пленка. Ясно. Через раз как-то работает. Поисковая система какая-то. О. Я дурачок, ладно. Так, взломщик. Маша подняла крик. «Мама! Мама! Что это такое?» Я думала, у нее припадок, но затем поняла. Деревья! Деревья! Никогда раньше их не видели. Решили, что это чудовище. О, Сэмми! Не надо было нам сюда приходить. Почему я сюда не могу зайти? Алло! Я понять не могу. Вот ход есть. Однако как туда попасть?
Вот, мы видим там целый проход. Как... Ладно, давайте здесь поищем. Может, здесь где-то проход еще есть? Вот ей-богу, я вообще не понимаю. Типа, вот есть проход. Видно, что там что-то есть. Вот, стоит манекен. Таких два места. Что здесь, а что здесь? Мне мешает трава, я не понимаю. Тут может быть какой-то... Специально это должен быть. Так, швыряет одушевленный неодушевленный объект и обратно с повышенной силой. Когда вы кричите назад, и это не действует, при этом подкрепить свои требования силы. Звуковой удар приходит с помощью. Давайте я попробую. Ну, понимаете, просто дело в том, в чем тут проблема. Сюда я не могу попасть из-за травы, как и везде. А какого черта? Вот, есть место. Вот, все, мне просто трава закрывает проход. Хотя тут видно, что есть проход. А я почему-то не могу сюда пройти нормально. Мне просто вот трава преграждает путь. Мне же интересно. Вот там лежит тело. Тут есть ящики, которые я могу облутать. Ну ладно, давайте, ладно, пойдем. Так уж и быть, по прямой дальше. Да ладно. Еще место. Что вы понимали, еще стоит место, и там же то, что я могу активировать. Выслушать. Я, конечно, никакой не ботаник, но, по-моему, Райан погубил Аркадию. Он распылил в воздухе какую-то дрянь. Дно океана, парень. Весь кислород дают деревья. Нет деревьев, нет кислорода. Мне надо подумать. Подружка Райана в Аркадии. Это дамочка по имени Лэнг. В общем, она ничего, но за деньги ни от какой грязной работы не откажется. Если она еще жива, то, думаю, захочет спасти деревья. Ведь это она их сажала. Ну,
вот теперь я могу проникнуть. Они рядятся в листья и именуют себя сатурнийцами с ума сойти. Пьют человеческую кровь и распевают «Укротим пламя, укротим туман» и верят, что их ведут древние боги. Ха-ха, стареющие мажоры, которые упиваются плазмидами и называют это амброзией. Ну все, зато теперь мы раскрыли тайну, как нужно было открыть этот проход. Кислород на критическом уровне. Начат процесс герметизации. Все шлюзы закрыты. Чертов город построен так, чтобы никого не выпустить в случае тревоги. Либо мы вернем эти деревья, либо ты останешься тут насовсем. Неплохо. Мы сейчас как раз ходим тогда обратно. И сюда. Турели, да, фоткаю? Где моя кукла? Плевать. Пули для револьера, пусто. Слушайте, теперь... Ну, здесь ладно. Плюс мораль, потому что я теперь могу изучить то, что, по сути, было недоступно. Видите, как они все прячут здесь? Аркадий, место каникул в восторге. Это чертовы фанатики! Аркадий, место отдыха. Аркадия, волшебные леса. Аркадия, место каникул в восторге. Аркадия, место игр в восторге. Кто-то лазит. На хлебушек. Сохранить, сохранить. Взлом. У меня автосломщик есть.
Так, а теперь вопрос, как мне сюда попасть. Ясно, понятно. Продуктовый рынок. Как мне туда внутрь зайти? Стоп, там есть проход в другую локацию. Опа. То есть я билет, либо что-то типа того получу еще, да? Ну, тогда потом сюда вернемся. Смущает то, что я уже спас одну? Ну, типа, кэш мне не нужен, по факту. Хотя посмотрим, если... Он позовет? Ну, мне кажется, уже не позовет никого. Ладно. Чисто, если мне нужны деньги будут, я могу убить и получу деньги. Застрял. А быстрее не понимаю. Это место просто так сделано? Но зато я исследовал все, что я хотел. Ну, только одно там место есть закрыто, куда я не могу попасть. Давайте я взломаю, ладно. Мне туда надо. Минные. Подожди, а... Нет,
для Фотика тут нету. Мои деревья. Это же не ты, правда? Нет. Райан. Кажется, я знаю, как спасти деревья. Это генетический препарат. О, смотри, с кем я говорю. Ты не мог бы найти мне образец розы Галлики? Посмотри в гроте. Мне надо продолжить работу, пока есть время. Это был наш дом! Это моя территория! На это все взрывается. Нифига. Вот это обмен денег. Так, мне нужно вернуться обратно, откуда я пришел же. Ну, с рынка. Так, громил я изучил, теперь они у меня на плюс 2 урона. Я потерялся. Если такое подать в каком-нибудь солидном отеле Нью-Йорка, тебя насмех поднимут. Типа, почему бы нет? То есть я даже с пустых трупов могу что-то поймать. Неплохо. Но физический тоник, маскировка безопасности. Ваши враги устанавливают камеры слежения и турели там, куда вам необходимо попасть. С помощью маскировки безопасности вы можете изменить температуру каждого покрова, обнув камеры и турели и замедлив их срабатывание. Таким же образом я просто могу сломать камеру. Подожди, а я же тут уже был, да? Да, я здесь уже был. Как-то я здесь уже был. Ты все испортишь! Все! Им по факту только нужно на воду наступить. Надеюсь, было весело. Короче, ясно. Зря я сюда вообще залез. Гарю какой-то.
посмотреть, что, чем воняет. Фу, какая-то жесткая гарь. В чем персон? Где моя кукла? Персонаж просто бегать не может. Принес Розу Галику, но так чего же ты ждешь? Письменного приглашения, посылая ее по пневмотрубе. Да, превосходно, превосходно. Зайди ко мне в кабинет, и я сейчас тебя впущу. Кажется, я знаю, как нам вернуть в лес зелень. Исследовательские лаборатории профессора Хелден Лангколдорн. Хакер-эксперт. Тоник Хакер-эксперт. Оригинальная генотоника Хакер-эксперт от компании Суперхакер отключает сигналы тревоги и помогает избежать перегрузки. Это необходимый плазмид линейки Хакер. Я не вижу. На одну показатель тревоги и на один показатель перезагрузки меньше при взломе. Что не растащили эти дикари. Бумажные полотенца, чернильницы, даже мои старые подшивки географического обозрения. Я тут везде подключаю систему безопасности, так что стрельбы этой манеры. Заходи ко мне в кабинет. Ну да, я ученый. Но я также женщина, которая никогда не откажется заработать деньжат. Райан пообещал, что если я смогу поднять доходы от Аркадии, часть прибыли осядет у меня в кошельке. Вот я и задумалась. Мы платим за кислород, когда получаем фотосинтезирующие деревья. Черт, да мы могли бы продавать излишки в город и сбивать цены остальным. Райан, это точно бы понравилось. Компания Фонтейна держалась за О2 зубами и когтями. Кто сказал, что старого пса новым фокусом не выучить? Сперва женщина-биолог 4 года придумывает способы, как очистить от листвы деревья в Тихом океане, чтобы распугать япошек. А теперь, вот, я сижу на дне Атлантики и пытаюсь сделать то же самое, только наоборот. Адам, Адам, Адам. Джин помножить на атомную бомбу, помножить на Еву и змея. И поглядим, что из этого выйдет. Все? Так куда-то мы далеко идем с вами. Джулия, мы заключили сделку, ты и я. Разве нет? Позволь, я тебе зачитаю контракт. Раздел 3, параграф 4. Мистер Райан. Райан Корпорейшн сохраняет за собой эксклюзивные права на создание, использование и применение препарата лазера. Погодите. Нет, прошу вас. Право собственности – это цивилизация, Джулия. Мистер Райан. Мистер Райан. Раз, когда мы продвигаемся на шаг вперед, Райан берет и отодвигает конечную цель на другой край поля. Ага. И что я с этого получил? Я 25 лет убивала деревья. В Беркли еще в 20-х. С японцами на Ивазиме. Но никогда еще не возвращала их из могилы. А теперь получилось, Бекки.
мамочка вырастет свое первое франкен-деревце. Назову свое творение препаратом Лазаря. Может, это и мою карьеру тоже поднимет из мертвых. 94-57. Что проку быть чертовым гением, когда рядом некому это оценить, одни тупицы вокруг? Я создала препарат на 99%, я уверена. Мне всего-то и нужен бутон розы галлики, чтобы подтвердить анализ. Дистиллированная вода, чуть-чуть хлорофилла, энзимы, выделенные из медоносных пчел. Все правильно, мелочка, пчелиная слюна. У вас есть сложное задание. М, посмотреть все части этой цели и выбрать активное задание. Стрелка и карта указывают вам на активное задание. О, враги уже идут. Что, давайте тогда, думаю, на этом закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока.